здравствуйте. Добрый день. Всем привет. Софья, пошли, всем привет. Что-то с утра не снимала совсем. Не было настроения. Спасибо. Иногда реально тяжело начать съемку. Я шнурки делать. Хорошо. Не знаю, как это делать. Девчонки уже пришли из школы. Сегодня у них было всего три урока. Еще такие довольные пришли. Уроков им забыли задать. Да? Забыли вам уроки задать? Вообще не на одном уроке ничего не забыли. Хорошо. Идите кушайте. Мам, белые же делать? Ну, как я не знаю, какие хочешь. Ну, конечно, давно позавтракали. Все, уже посуду убрали. Сейчас придумаю, что готовить. Настя совсем заболела. Голоса нет. Мама, черная же красиво будет? Да, да. Давай я сделаю. Нет, ты мне главное покажи, как тебе сделать. Я отдаю сама. Угу. Наливайте чай, пейте. Помните, мы эти заказывали? Угу. Сейчас, подожди, я чуть-чуть беглый. Нет, тут только черное, а здесь еще белый, но в перемешке грязный. Ладно, пускай будет черное. Угу. А что там белые? Нет, там что-то какие. Черные. Тоже черные? Ну, пусть черные будут. Всем привет. Наушником ходишь? А, кстати, всем привет. Мам, у меня зубики текут. Зубики текут? Да. Мама, смотри, что нам раздали в школе. Угу. Я бы на праведник сходила бы. Ну вот там сказали, и приглашаем ваших родителей в 16:00 на праведник. Угу, угу. Все хорошо дома? Угу. Ох, и спала. Полдесятого ж будить пришлось, да? Сегодня проснулась, шея болит, рука. Девочки, не заходите. Ну, пойдем, мам, покажешь, как сделать. Пойдем. Или не сия. Все на улице, да? Тепло у нас. Ой, хорошо. Пойдем. Пойдем. Я донесу. Донесу, как ты сейчас хочешь. Мам, не зови ты Снеечку принцессу. Кроме Рапунцель. Сразу и не вспомню. София! Ой, шумно будет. Ладно, дома. Жарко. Что-то банда идет по росту вся. Сначала самый маленький бандит, потом повыше. Папка самый верх. Большой бандит. А? Что не искали? Ой, какие грязные. Ну ладно, ничего, ничего. Тепло, хорошо. Вчера ездили, так прям находилась. Аж вечером как ноги начали ныть. Не сам палец, а икры. Я аж хожу, напрягаю икры. Ой. Вы знаете, уснула, даже пока не сказали. Ну уж вы там меня извините, что так получилось. Ну, у соседей музыка играет. Папка тут уже вовсю что-то делает. Музыку слушает. Да. Что вы тут поставили? Да. Вон. Ой, музыка играет. Ладно, не буду снимать. Что бежите? Я в туалет. Бегом. Хочет. Бегом. Беги. Побежали.
комментариях писала. Вот у меня есть, да, вешалка. Вот тут я сразу, например, немножко развесила, поднимаю. Развесила, поднимаю. А вот которая у меня такая напольная, я ее вообще сюда ставить не могу. Ни сюда, ни туда. Потому что в прошлом году выхожу, кот стоит и прям на чистое. Он как-то метит еще прям так высоко. Пришлось все перестирывать. И после этого я больше никак не могу развешивать белье на улице. Так и дома сушу. Такой кот у нас поганый. Вот я не знаю, он метит тут все подряд, мы без конца моем. Мы и в доме его стараемся не запускать. Во-первых, у нас попугай. Во-вторых, потому что он метит все подряд. Комоды, кровати. Он кастрировал у нас. Ну почему он так делает, я понять не могу. Если вот он к нам домой заходит, дети его просто-напросто с рук не спускают. Потому что я его вообще не разрешаю. Ну что за кот, я понять не могу. Я говорю, метит все подряд. Сегодня я приготовила, я сейчас покушаю, я что-то никак не поем, у меня уже голова начинает болеть. У меня голова начинает болеть, когда я не поем и когда сахар повысится, тоже болит голова. Василий Владимирович что-то там делает, девчонки ему помогают потихоньку. Тома нянчится, через час Томе на танцы, девчонкам тоже. Да? Знаете, мы ее все стеша. Смотрите, у нее нос опять стал меняться. Был коричневый, стал синий. Это не... Короче, какой-то это... Уже опять Кеша похожа. Ты опять Кеша? А? Посмотрите, видите, какой синий становится? А был полностью коричневый. Да? Я там машинку стиральную... чищу лимонной кислотой, потому что два раза у меня было черное, столько стирки, вот один день меня вчера не было, и после этого буду светлое стирать, а потом белое, поэтому лимонной кислотой. Что-то Настя там ругается. Что случилось? Она стоит. А что ты хотела? Это же ребенок. Она поди еще песок ела или землю. Оденьте штаны. А, она там в плавочках. Да. Софий, я скажу, нормальный ребенок. Да. Я ем песок, да? Настя все пропылесосила, сейчас полы будет мыть. Довольная такая. Во, какое лицо грязное. Ужас. Все, я обувайся, Мали. Все, пошла гулять? Пока. Здрасте. Не одна же? Я Пить не хочешь? Целый день на улице. Хочешь? С утра. Дай попить водички. На улице тепло. Красота, да? Я тебе принесу, баба, будет с тобой? Довольная. А чего эта палка-то? Ну? Не знаю я даже от чего. Мама, ты мне. Пожалуйста. Только в рот, пожалуйста, не бери ничего, ладно? Да. А? Так она прямо нет, запомнила. Будь здорова. Спасибо, она говорит. Это ты говоришь. Угу. Ладно, пойду есть. Прям хочу есть. Я правда реально хочу есть. Потом у меня и голова заболела. Настя у нас срочненько в магазин съездила. Нам в группу скинули. 9 мая, конечно, не учатся. Но нужно ленточки вот такие. Ой, флажки. 9 мая. Короче, были вот такие. И я три последние забрала вот такие красивые. Но я взяла еще это. Три такие последние забрала. Угу. Ну кто-то, кто будет сильно пить такие, можно вот к ним вот такие. Угу. И вот нам на танцы тоже надо.
Я купила побольше. Он там пойдет, а это девчонкам в школу. Вдруг потеряют или сломают, или еще что, тот на танце. Дарине, наверное, тоже скинут 9-го идти, да? Скидывали еще? На линейку. Может, так вас еще? Я уже один по 5-го холодный. А, ты два взяла? Да. Ну, нам уже георгиевская лента и шарик белый будем. Белым шариком идти. А что ты не сказала, что это белый шарик? Я не знала, что он поедет покупать. Думаю, в магазин поедете больше. Что, скучно тебе? Все на танцах? Ну, с бабушкой, с одной только. Ну. Пойдем к деду. О, музыка играет. Не поснимай. Маму увидела. О, мы увидим. Забрала такая. Что там такое? Тома, зачем ты там? Сейчас все как польется. Взяла еще раз бультыхала. Ну-ка быстро иди дома поставь, сейчас все польется. Давай, Софа, мусор только не бросай. Это вишня, да? Значит, черешня там, здесь вишня. Через одну как-то, да? Мало нынче будет прям вообще. Так, пойду я посудинку возьму и это, редиски нарву, вечером салат сделаем. О, какая ты молодец. Такая не жадная, вообще, всем раздав все время. А сама что есть будешь? Спасибо, солнышко, спасибо. Нет, не поднимай. На, деда. Нервки грязные. Я тебе так дам. Нет, не хочу. Тут все падает. Пойдем, на качели качаться. На, смотри, тут зайка. Забирай. Смотри, зайка какой. Зайка. Во. На. Вот какой зайка прикольный. На курице сидит, главное. Угу. Ну, какую гадость, блин. Все борщится. Тише. Угу. Ну, нет. Ладно, зайка. Доча, ты пока тут нянчишься, я пойду это. Радиски нарву. Где-то, по-моему, уже и этот укропов сходил, Илья, да? Илья сказал, что Илья. Сегодня Илья приедет. Костя, ну хорошо. Тебе говорю. Зайчика на курочке. Она говорит, прыг... не упала, а пади, пади. Там она, мы снимали. Ой, какую гадость ты пьешь. Она вот так прыгала, зайчик. Не прыгай, сейчас все разольешь. Тихо, Настя. Настя же испугалась. Ну-ка, София, иди сюда. Опалится. Это что такое с твоим лицом? Встань, нормально, покажи. Встань. И как теперь это отмывать? Не знаю. Ну-ка встань, не балуйся. Ой-ой-ой. Это кто наделал? Я уже подумала. А я думаю, что так она тихо где-то сидит. Опа. Это кто наделал на лице? А? Посмотри на себя, иди все. Ну встань. Ну, Сов, кто на лице нарисовал? Ну, кто на лице нарисовал? Она понимает, что она неправильно сделала, видишь? Ничего она не понимает, видишь, как она друкует. Грустай! Грустай! Все, вставай, вставай! Егор, вставай! Видишь, что делает? Ох, это София! Тома! Видишь, что она делает? Она нарочно уже, София. Ну-ка, нормально, сиди. Ой, фу. Кому по жопе дать? Уже надавала, скажи. Тебе дать по жопе? А? По жопе дать? Я только же дам тебе сама. А я слышу ее, зовут она. Чё? Так красиво говорит. Кто красиво говорит? Она ещё так мило бегает, как медвежонок. Ну-ка, пошли я тебе сфоткаю, отцу твоему отправлю. Тома, она весит, как ты. Не поднимай ее. Мама, я Тому поднимаю, Тома легает. Софику поднимаю еле-еле. Давай папе отправлю. Ну, потому что София тяжел. Все, уже ни в какую не дается. Встань, София, встань. Не лезь. Встань. Соф, покажи.
Кого такая выпендреха, а? Ага. Интересно, в кого? Интересно, правда. Ну-ка, так, ладно, дорогие мои, день у нас вот так заканчивается, потому что время уже почти 10, мы скоро будем, или 9:30, сколько? 9 еще доходит. А, 9, ну ладно. Мы уже сейчас будем ложиться спать. Всем. Я прям дождаться не могу, реально. Когда будем ложиться спать? Да, Том? Том, а у тебя что с лицом? Все на патчи какие-то, или что-то там сделала? Ой, две мама, дурочки знаешь, маленькие. А что у нее такое на лице? Покажи, что это. И вот, а если не отмоется теперь? У обеих. Покажи. Мама, Софики не отмоется в пергаментный маркер. Он держится 3 дня. Вот, будет 3 дня ходить такая. А на коже тем более 4. Ой, ну все. Все, мы сейчас Софию в угол поставим. Встань быстро. Все, сама напросилась. Женя! Делай такие боли! Женя! Чего? Ну, тоже ли ты ее в угол ставить будешь? Я ей не собиралась. Все, всем пока! Машина, всем пока! Всем пока-пока! Шубкой крутит.